Аэропорт Якутск отметил 20-летний юбилей. Становление предприятия проходило в сложных условиях перехода страны на рыночные отношения. Сегодня главные воздушные ворота республики обеспечивают беспрерывную безопасную деятельность. Сегодня в Саха-театре состоялось торжественное собрание общественности, посвященное юбилею предприятия. Поздравили ветеранов, преданных работников компании. Регулярно из аэропорта Якутска отправляются рейсы в районы республики, в Москву и Санкт-Петербург, в города Дальневосточного округа, центральные регионы России, страны СНГ, Юго-Восточной Азии. По транспортной стратегии страны в перспективе аэропорт должен стать одним из базовых аэропортов России. Его пропускная способность возрастет к 2030 году до 1 миллиона человек в год. 20 лет работы аэропорта Якутск как самостоятельного юридического лица. Количество обслуженных пассажиров увеличилось почти в 2,5 раза. Количество в 1,5 раза увеличилось количество обслуженных рейсов, обработанной почты и грузов. Аэропорт Якутск последовательно претворяет в жизнь масштабные проекты. Новую веху в развитии нашего предприятия ознаменовало строительство в 2012 году современного вокзального комплекса общей площадью более 16 тысяч квадратных метров.